Друзья, недавно на Первом канале завершился русско-турецкий сериал «Султан моего сердца». И специально для тех, кто его не смотрел, мы уместили 120 часов этого сериала в 3 минуты. Итак, смотрим. 1803 год. Турция, покои султана. Здравствуй, отец! Конец первой серии. Здравствуй, сын! Конец второй серии. Отец, я женюсь на Наташе! Конец третьей серии. Никаких на Наташ в нашем доме не будет! Конец четвертой серии. Будет! Пятая серия. Не ори на мать! Шестая серия. Султан, я не позволю тебе бить детей! Это кто? Мой психолог! Седьмая серия. Далее до 600 серий нон-стопом. Здравствуй, Наташа. Я Анна. Анна? Хорошее имя для Наташи. Как ты залез через окно? Я же живу на 13 этаже. Ты сушила слишком длинные колготки. Выходи за меня, Наташа. Не выйду. Ах так? Тогда проситель. Выходи за него, пожалуйста. Нет. Угрожатель. Выходи, иначе будешь смотреть на фотографию свинины. Нет. Не получатель. Ничего не получается, пойдемте. Пойдем. Давай кишмиш покушаем. Наташа, соглашайся, я отведу тебя в самый дорогой спа на пилинг. Есть у нас из рыбок пилинг. Хотим, чтобы к нам приходили, ноги в воду опустили, рыбы ваши пятки. Не хочу! Соглашайся, барашка плова моего. Кемаль, а это кто? Ты не так поняла. Ты моя единственная и любимая толпа жен. Наоборот, я добавлю к нам еще одну, чтобы мы стали волейбольной командой. А ты, пока не согласишься, я буду целовать тебя в макушку. Наташа, соглашайся быстрее! Сейчас придет мой Егорка и спасет меня! Не придет! Его сбил отравленный автобус! Я все это время был тут! Егорка! Ковер! Ты жив! Ты предатель! Я люблю тебя! Я ненавижу тебя! Я спасу тебя, но перед этим я убью тебя своей острой туфлей! Нет! 601 серия, 602 серия, 603 серия, 604 серия, 605 финальная серия. Егорка, нам не спастись! Давай закончим, как Ромео и Джульетта! Подожди! Анна, подожди! Я не читал! Минуты уместили, друзья, целый турецкий сериал. Чтобы время было у тебя, и ты книги читал. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, пройдем в полуфинал, да по звездам.